Так, пришла посылочка очередная. Это у нас кабель. Обычный USB для зарядочки, для передачи данных. Так, снова продавец указал меньшую стоимость. Заявленная стоимость 3,41. Указал 1 доллар и 1, ну, 10 центов, скажем так. Так, сейчас возьмем ножнички. Аккуратно вскроем. Так, что у нас тут упаковано цивильно, даже какие-то бумажки есть. Thank you, говорят наши китайские друзья. Компания Ugreen, она, в принципе, такая проверенная уже. Не первый раз заказываю у них. Вот. Ремешок в подарок. Такой довольно-таки удобный аксессуар. Можно связать провод. Закрутить его. Тут упаковочка цивильная на зип-застежку. Вот, собственно говоря, кабель в серебристом цвете, такой довольно-таки цивильный. В принципе, не первый провод, который я заказываю. Длина 1,5 метра, очень удобно, потому что стандартные идут где-то 40-50 сантиметров в последнее время. Но это по производителю Xiaomi. Я не знаю, как другие производители, но очень короткие кабеля вообще скоро будут 20 сантиметров. Вот. Так. Достаточно такой длинный проводок. Вот, собственно говоря, все аккуратно сделано. Провод такой чувствуется надежно, не переплетается. Ну, кстати, сейчас мы его проверим. Так. Оп. Достаем этот, вставляем этот, возьму свой фонарик, который работает. Так, вставляем в резетку. Значит, так, USB. Мы достаем. Хоп, все нормально. Индикатор загорелся. Значит, кабель исправен. Вот, собственно говоря, и на этом можно завершить.